Всем привет, на связи Виктория Катыченко, и сегодня я хочу вернуться к вопросу о партнерке. Партнерка на YouTube. Я подключилась пару месяцев назад к партнерке Аир и была немножко разочарована, потому что я не увидела увеличение моего дохода. То есть по сравнению с монетизацией на YouTube, на AdSense я была. Я ожидала, что при переходе на партнерку у меня доход должен вырасти на канале. Но этого не произошло. Доллар в день получался раньше и получается сейчас. Но 30% мне нужно было отдать компании. Поэтому я немножко была недовольна, даже хотела разорвать договор. Но потом я поняла ряд преимуществ. И на данный момент я передумала разрывать договор. Я буду оставаться с партнеркой Аир. Почему? Первое, потому что самое главное для меня, что если вдруг будет страйк на канале, то есть какое-то нарушение, не дай бог, то, как правило, YouTube без предупреждений практически может удалить канал, заблокировать, и потом очень долго можно восстанавливать, с ними общаться. Кто с этим сталкивался, знает, как это нелегко. Вот. В случае с партнеркой мониторит канал партнерской компании, не YouTube. В первую очередь, партнерка не заинтересована отключить ваш канал, она на нем зарабатывает. То есть, если какие-то будут проблемы, претензии, жалобы, там не знаю, что может быть, вдруг случайно или не случайно, то в первую очередь партнерка будет связываться с вами и решать этот вопрос с вами напрямую. То есть, вы сначала получите предупреждение, и если с первого раза до вас не дойдет, то потом уже могут быть какие-то последствия. Но в любом случае можно вести беседу, можно восстанавливать, и это намного проще, чем просто через YouTube. Техподдержка русскоязычная, второй плюс, то есть приглашают на вебинары. Сейчас покажу, постоянно приходит, вот сейчас пишем Аир, и вот посмотрите, какое количество выпуск 43, 44, то есть вот уже 44 вебинара пошло за это время. То есть практически каждую неделю, даже, наверное, чаще приходит приглашение на вебинар, в котором происходит обучение, как раскручивать канал и так далее. То есть масса полезной информации. Также она есть в записи. Далее, выплаты. Выплаты происходят прямо на карточку. То есть вот раз в месяц до 25 числа нужно нажать на кнопку подтвердить, и вам выплата приходит на карточку, которую вы указали. То есть это тоже достаточно удобно. Здесь есть также реферальная программа. И еще один плюс, о котором я хотела сказать. Не все могут подключить свой канал к просто монетизации на YouTube, к AdSense, потому что YouTube не все каналы принимает партнеры. А партнерские компании принимают практически все каналы, да? То есть такие каналы, как обзоры игр, видеоигр, на YouTube нельзя просто так подключиться к AdSense, в Аире можно. Ну и многие другие, которые не подходят для монетизации на YouTube, для AdSense, они подходят для партнерской компании Аир. Вот, поэтому такие каналы, просто им выхода не остается, как подключаться к партнеркам, а Аир дает хорошие условия, 30%. Собирает Аир, 70% вы. И здесь также есть реферальная программа, я о ней уже говорила, трехуровневая, на которой вы тоже можете зарабатывать. Вот у меня 22,5 доллара от каналов, которые подключились по моей реферальной ссылке. Хотя я особо этим не занимаюсь. Если, конечно, приглашать сюда, больше рассказывать о партнерской компании Аир, я этого не делала, потому что, я же говорю, я не видела как бы преимущества. Но сейчас я реально их увидела, я не буду разрывать договор. У меня было желание разорвать договор, но сейчас я поняла ряд преимуществ, действительно классных преимуществ, и я готова за это платить 30%. Вот, поэтому, друзья, кому заинтересовало, кто заинтересовался партнерской компанией Аир, вам нужно иметь 100 подписчиков и 3000 просмотров, пройти, заполнить анкету, ссылочка будет под моим видео. И если это не будут выходные, а рабочие дни, то буквально на следующий день или через день вам придет ответ на почту, и дальше все делаете по инструкции. Ничего сложного нет, настраивается все очень просто. Вывод потом на карточку или на WebMoney. На WebMoney, по-моему, даже от 35 долларов вывод, на карточку от 100 долларов. И очень хорошо выводится, то есть люди пишут, я еще не выводила, вот сейчас буду первый раз это делать. Ну, в чате пишут, что все хорошо, деньги приходят без проблем. Вот я сейчас нажимаю кнопочку «Подтвердить».
Отчет подтвержден. Все, и до 21 числа каждого месяца идет подтверждение. Если вы подтвердили, вам выплачивают сумму на карточку или на платежную систему. Если не подтвердили платеж или у вас не накопилась там сумма для вывода, то она просто переносится на следующий месяц. Так что подключайтесь к партнерской компании АИР. Хорошо работает техподдержка, стараются для нас. Так что будем сотрудничать. С вами на связи была Виктория Катыченко. Подписывайтесь на мой канал, следите за новостями. И повторюсь, ссылка на АИР, на анкету, которую нужно заполнить для партнерства, находится под данным видео. Все, всем пока, всем успехов!